Всем привет, это Дроду 3 Орбита. Сегодня я вам покажу, как можно обратно вылетающие в игре Fallout 3. Тогда вы заходите в игру Fallout 3 и вот, и не запускаете игру. Как и не доступны, то доступны люди, которые переходят на доступен видео, карты и настройки, которые вы добавляете. Так вот, видите, как вы заходите, нажимаете игра, то вот тогда выпускаете, да, или не запускаете. Видите, у меня выпускаете, потому что у меня игровой компьютер просто. Я вот эти скажу, как это она делает так, причем, если вот тогда будут вылетать игра, если не будут она запускаться, если. Просто заходим вот эту веб-игру. Так, видите, что у нас тут не хватает никакого файла. Вот это у нас есть, это хорошо, а другой остальные не хватает еще кое-что. А если у вас будут тоже вылетать, но по причине у меня не вылетают, короче, потому что у меня компьютер тоже Windows 10 Pro, но у меня только игровой компьютер специально выбран. Так, это программа, которую я вам расскажу, это только для того, что у вас, если находится причина ошибки игра, если у вас игра точно не запускалка, если она выходит ошибка, какую-то причина ошибки выходит, не дает кто-то там запустить, например, то вот это оставить обязательно. А еще последнее вот это. Если вы играете в Fallout 3 через Steam на библиотеку игру, если вы играете в Fallout 3 здесь, то тогда это обязательно, это для расходов в папу, и локальные файлы, там просмотрев локальные файлы. У меня только я через Steam его не играю, я люблю играть через вторым. Короче, когда если вы играете его через Steam, то, конечно, надо обязательно будете ставить такую папку файлом. Это чтобы ошибка не выходила, и чтобы игра не вылетала точно. После этого дальше. Если у вас будет находиться эта причина еще игра какая-то вылетает, и она еще не запускается, что спорку вот если. Так когда обратите внимание, заходим вот сюда и заходим по своим, как видно, то вы должны приложение это открыть, и вы должны стоять на третьей этого сундука в этапе обновления, а мне это вот не обязательно. Но мне вот это надо выстроить вот это обновление ставить, а так это все применить. А мне не обязательно это ставить, а вам вот надо обязательно это ставить. Вот тогда вот это все мы поставили, вот это и есть на это хорошо. Вот это если когда у вас ошибка выходит игра, не запускается, то тоже тогда сожаление ставить, это тоже. Тогда, если у вас выходит ошибка, и еще вот это такая файла тоже. Тогда, если у вас выходит такие-то ошибки и вылетает игра, и не запускается. Короче, это если сделано, готово, все. И все у нас проходит. Все, документы, мой компьютер, документы, мингема, Fallout 3 и Fallout. Итак, что мы здесь делаем, так я вам говорил, это также Fallout навигатор, который вам надо будет найти такую папку игру Fallout. Обязательно переходим, кого мы ищем тут, вот мы ищем вот это. И найти. Так вы видите, у меня тут все правильно стоит. Она всегда бывает здесь 0, 0, а вот нам надо, чтобы он всегда был 1, а здесь бывает часто бывает тоже 0, 0 или 1 бывает, понимаете? Она всегда должна быть 2 стоит. Вот так все делаем, сохранять игры, и все, ничего особо сложного. Я не стал сохранить, потому что у меня все так готово, все готово. Короче, вот и все. Игра теперь вылетать точно не должен быть. Самое главное, если у вас еще будут вылетать причины игры, то, пожалуйста, зайдите на тройку. И так видите, если у вас будут игра вылетать еще, после того, как вы сфали это переставили и поставили папку, все готово, сделано. Если вы запускали играть игру, она еще у вас вылетает, тогда, пожалуйста, обратите внимание. Если у вас включено вот это сундук, галочка, и выбрано, когда надо, чтобы бывает выбрано вот это мафолетное, вот как у меня что-то сделано. И видите, кто у вас вот это не запущено, вот ну, это. А здесь можно выбирать что угодно, чего хотите выбрать. Главное, чтобы вот такая файла здесь не стояла.
И это было выбрано так, как у меня. И вот такая программа всегда должен быть так стоять. А здесь можно ставить любую, какую надо. У меня всегда 8. А это просто меняет экран. Высокий и средний, энергичный, ну, очень высокий, средний, высокий. Хорошо, вы поняли. Здесь то же самое. Появляется дымака, это самое. Вот. Выбрать кто вам нужно, здесь, который в экран, чтобы было получше видно. Вот здесь, убедите, кто, если у вас будет этот галочка запущен, пожалуйста, уберите его обязательно, это нам не надо. Здесь должен всегда быть галочка включена. Здесь ничего особо не делать не надо. Закрываем игру, вот, и все. Игра может запускаться, и он вылетать больше не будет. Все будет работать нормально, и все, игра запускается, Fallout 3. На короче, вы поняли, как запустить игру для Fallout 3 10-й сундук. И все, я проверял сундук. Я все проверял 11 сундук, он работает то же самое, то же запускается. Но это тогда то же самое, такая же файл надо ставить, как я вам сказал. Если вы все сделаете правильно, все будет работать довольно нормально, игра Fallout 3 вылетать больше не будет 10-й сундук. Надеюсь, это вам помогло. Это вам помогло, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, дорогие друзья, ребята, не забывайте ставить лайки, всем пока-пока.